Так, ну что ж, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Амору, и сегодня это будет очередная серия про Террари. С момента прошлой серии прошло гигантское просто количество времени. Я говорю это как бы серия, ну что ж. Очень много изменилось. Как вы можете видеть, увеличился самой замок. Он стал шире и непосредственно глубже. Сделал я это для увеличения пространства, ну, чтобы было красивее, мне кажется, так лучше. Появился здесь небольшой тотемчик с... Что у нас? Золотая птичка, вот. Дальше. На мне сейчас домативная броня, полностью сет мага. Сделал я это для увеличения своего магического урона и чтобы у меня было побольше маны. Дальше. Перенес я немножко вещи отсюда. Да, вы можете, в общем, все видеть на своем экране. Сделаю небольшой стендик для всех оружий, которые у меня находятся в сундуках, потому что сундуки у меня полностью хранились. Сделал я также стенки здесь. Так, тебя надо сюда поставить. Вот. Сделал я сюда стенды, и на которых у меня лежат все сеты брони, с самого начала, начиная с минимума, заканчивая на данный момент, что это брони. Арахивы, хорошо. Дальше, на мне сейчас одет мифриловая броня. Сразу скажу, в этом мире ее нельзя достать. Нету руды, но я достал ее с помощью сундуков, которые я выловил. Благодаря этому чертову рыбаку. Этот рыбак мне просто вымотался нервы, не знаю. Уничтожил просто морально и физически, поскольку я бесчетное количество ночей пытался делать. Если я ничего не перепутаю, то где-то в нижнем левом углу будет ускоренная перемотка того, как я делал мобильный телефон. Конечно, я ничего не перепутал. Вот. Что у меня дальше? Ей появилась бесконечная мушкетная сумка, бесконечные колчаны. Колчан, естественно. Их крафты можете найти в Википедии, но крафтится он из обычных пуль и обычных стрел на мистическом шаре. Мистический шар я купил у торговца. Сделал я также небольшую сеть порталов. Эту комнату я переборудовал по портальную. У меня первый портал ведет в Незер, где я фармлю. Второй портал у меня ведет в демоническую ферму. Я уже говорил о ней в прошлых сериях. Я ее только модифицировал немножко. Так. Хорошо, вернули. Следующий у нас портал ведет один, по-моему, в джунгли. А, нет. Ведет в мою ферму, и это ведет в джунгли. Да, ну хорошо. Ферма у меня, она увеличилась в размерах, она стала гораздо больше. Здесь у меня живет медсестра, поскольку нужно было для определенного действия. Так, что у меня дальше? Здесь появились фермы, я тяжелым трудом и кровью, потом добыл все-таки от... Ну, как это назвать? Вот, семер траву. В итоге у меня получилось. Что дальше? Ничего, в принципе, больше не произошло. Вот, в принципе, такого вот исследования у меня получился в итоге. А, да, забыл сказать. Я нашел данж, чистилище, где будет у меня впоследствии рейд. Большой и глобальный рейд. Первое у меня находится светящийся грибов. Следующая ферма этих монстров всяких. Следующая у меня находится здесь сам портал. Ой, сам ад. Гигантское количество изрытых в джунгли. Искал я для... Короче, там в джунглях наводятся сердца, которые нужны для увеличения ХП. Очень долго, я скажу, искал очень долго. Ой, сколько часов у меня уже наиграно в Террари, я... просто без комментариев. Также немножко модифицировал домики для жителей, убрал у них двери, поскольку они постоянно убегают, это немножко настораживает. И сделал все, упростил гораздо лучше. Чтобы не возникало лишних вопросов, портал я купил у нее. Она ко мне пришла, я не помню, после чего она ко мне пришла. Но так, дальше ехали, и хотелось бы еще сказать, я сделал кое-что глобальное. Я убил двух механических боссов. Это были механические черви. С помощью данной купения, я не знаю, как ее назвать, и зелья похитителя сердец, я
находился здесь, он, естественно, прыгал здесь. И так я его убил постепенно. Вся проблема заключалась в том, что мне постоянно не хватало дамага, а дамаг он наносил очень мало, поскольку он не мог до меня достать, он всегда летал внизу. И чтобы он ко мне подбирался, мне приходилось забираться на третью палку. Поверхность над уровнем земли вы видите справа вверху. Хорошо. И в итоге мне выпала вот такая вот окупенная вещь. 66 эссенций могущества, 47 святых слитков, просто круто. Пушки я здесь оставил для меня как вещь. Ну, пушки были здесь для защиты от затмения, солнечного затмения здесь, как здесь было. Также забыл сказать, что я сделал пару крыльев себе. Все крылья можете видеть здесь. Эти вот как раз крылья впадали после ночи, ну, затмения, вот. А огненные крылья я выбил с демонов, которые падают, летают в воду. Из души могущества я хочу сделать себе мини-акулу, как у меня сейчас есть. А, мега-акулу. Для этого мне нужна потрёпанная часть, я не знаю, как их назвать. Ой, блин, вот они. Эти части, мини-акулы и мега-акулы. Думаю, у меня все есть для того, чтобы создать. Могу Экскалибур создать. Нет, пока Экскалибур не хочу. Это будет. Будет впоследствии. Так, что мне гид... А, по-моему, еще акулы. Так, мега-акулы. Вот она. 5 акулих плавников. У меня, по-моему, были 5 акулих плавников, ибо... Ну, как без них? Вижу по ним. Не, их аж 10. И... Ладно. Мега акула, 28 урона и гигантская скорость. Просто... О, да. Даже небольшие провалы не поставили. Так, хорошо. Следующее, что я хочу сделать. Может, сделать бы себе сет хорошему. Ну, сделаю, пожалуй, себе сет. Главный убор. Так, и не хватило мне на full set, мне придется еще убивать. А хотел бы еще посмотреть, что у меня можно еще видеть, что мне можно еще душу могущество сделать. Проблема мстителя, ясно, святой писк. Неплохо бы. Ну, пока нет. И это я сделаю, кстати, ну пока думаю, мне хватит. Чашки не нажался. Оденусь. И за кадром я попробую убить еще. Уничтожить. Ну, гигантского металлического червяка. Я не помню, если честно, извините меня, ребят. Название. Ну так вот. Что у меня по рудам, вы видите здесь. По блоку у меня изменений особых нету. В принципе, нигде. Может быть, что-то появилось, что-то убралось. Ну а это я сделал для очистки сундуков. В инвентаре вы видите то, что я изменил немножко большие зелья маны, я убрал. Так, этот надо убрать куда-нибудь, продать чертям собачьим. Хотя оставлю. На всякий случай. Мало ли что. Вот. Так, и планы у меня были какие-нибудь. Значит, и если у меня все получится, я вклею где-нибудь в конце видео ускоренное убийство мной. С помощью моей любимой, думаю, она всеми любимая и знаменитая мега-акула. Просто она... Блин, посмотрите просто на это просто божественно. И для полного комплекта брони, кстати, у меня трюки. Для полного комплекта брони мне не хватает лишь одного плаща. Черный плащ. Но ко мне не приходит этот чертов торговец. Что с ним делать? Вот я не знаю, ребят. У меня вроде достаточное количество. По золоту у меня очень много его. И напоследок хотелось бы... А, ну, трезубец, блин, это у меня... И я на... Никогда, по сути, не бывал на кадр эту королеву пчел. Давайте же напоследок убью ее и покажу, как происходит вообще весь процесс фарма. А,
с помощью нее я фармлю деньги. Потому что мне деньги очень нужны, по сути. И просто посмотрите, как много дамага она наносит. Практически ничего не ждет, так как мне бы не получат. Это просто божественно, ребята. Блин, об этом можно только мечтать. И все, она мертва. Это даже не составило ни малейшего труда. Это и пчелиная шапка. Замечательно. И с нее выпили, кстати, между прочим. 12 золотых монет. Это очень даже хорошо. А уже близится ночь, как я погляжу, уже 4 часа вечера. Осталось подождать пару минут, и у нас будет ночь. Хорошо. Можно пока подготовить зелье регенерации для похода на этого чувака. Железной кожи, естественно, возьму. Охотника. Предчувствие возьму. Эту возьму. Скорость возьму. В принципе, все. Этих зелий мне должно хватить на первое время. Я не знаю, еще как сильно мне будет доставать печать этот червяк. Но мое мнение о нем таково. Это самый простой из механических боссов, поскольку у него очень предугадываемое поведение. Следующий механический босс, которого буду убивать, это близнецы. Как можете видеть за кадром, я подготовил очень много призывалок механического подозрительного глаза, механического черепа и механического червя. Червя я возьму. Как, куда убивать без червя, без червя? Убивать червя, без червя. Вот. Ну что ж, ждем ночи, и ночь наступает, я убиваю червя, и я в шоколаде. Мне осталось сделать из сета брони только с кошки, и все. Адамантиевую маску я надел на увеличение урона в дальнем бою, поскольку не готова, она дальняя. И теперь она, скорости, надо с ускорением, это ускорение, это набор. Смотрите, просто жесть. Ладно, я жду и нападаю на нее. Можно пока будет немножко не светло. И да, блин. Все, еда, ну ладно. Хотел бы сказать, что я усовершенствовал свою ферму слизней, налил сюда одно ведро лавы и нашел.